С азербайджанских позиций в очередной раз стреляли по гражданским лицам в Нагорном Карабахе. Из Нагорного Карабаха в Армению вместе с сопровождающими были переведены 11 больных. Встреча Лавров-Мирзоян-Байрамов запланирована на завтра в Москве. Мирзоян обсудил двусторонние и региональные вопросы с Абдуллахяном в Тегеране. Иран приветствует мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, заявил Канани. ВВС Ирана начали масштабные военные учения. Выполнение решения суда ООН должно быть обязательным условием любого сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, заявил депутат Европарламента. Комиссар Совета Европы по правам человека обвинила азербайджанскую полицию в применении насилия против протестующих. Взрыв на одном из военно-промышленных заводов Азербайджана, есть погибший. Москву и Крым атаковали беспилотники. В Одессе в результате ракетного обстрела повреждено 50 зданий. Тысячи людей были эвакуированы в Греции из-за лесных пожаров.